утром встаешь, подходишь к любому человеку в Таиланде, кто готовит пищу. Здесь все. И яйца, и колбаска, и зелень. Первое, второе, третье. Берешь вот так и накладываешь. Что тебе надо? Здесь кругом. Кругом еда. Кругом. И здесь. И здесь. И здесь. А вот рыбка прям. Рыбочка лежит. Жареная, готовая. Ну, 20 бат шашлык. Он готовит. Вот накладывает сейчас. Они любят вот такое все. Все в мешочке. Сейчас раз. Смотрите, как она перекручивает его. Все. Опа. Готово. Он надулся. Видите? Все. Ест, ест. Второй, третий. Все. Завтрак готов. А знаете почему? Потому что здесь, в Таиланде, почти никто не готовит дома. Все покупают вот на улице. Вот маманька купила ребенку еду, и сейчас они поедут. Нет, что-то она хочет еще прикупить. Я думала, она поедет. А, это ей сдачи дали, баты. Вот баты дали, она их складывает себе. Пересчитывает, правильно делает. 100 батов, и там по 20 батов. Ну, наверное, 560 батов сдали, я так думаю. Все, она села спокойно. Сейчас поедет и накормит своего ребенка. Никаких здесь проблем нету. Пожалуйста, разворачивается. И в добрый путь. Все. Ну вот видите как. А что здесь думать? А как? О,